Thank you.
Thank you.
Thank you.
Тех наших преподавателей, которые вместе
вами сегодня устроили такой замечательный праздник в программе «Я музыкантом стать хочу» для наших детей и, я уверена, для музыкальной культуры столицы, которая никогда не умолкает ни на одну секунду. Поэтому я сейчас буду приглашать на сцену тех, кто подготовил сегодняшний концерт, и я надеюсь, что вы аплодисментами выскажете им свою благодарность и любовь. Итак, Ольга Робертовна Новокшенова, которая принимает ваших детей за школьные группы. Ее концертмейстер Лея Селиванова, которая вела сегодняшний концерт. Зоя Анатольевна Кошелькова, наш замечательный детский хор. И ее прекрасный концертмейстер Полина Уваркина, кстати, выпускница из школы и московской консерватории и музыкального конкурса с нашим домом. Концертмейстер, замечательный Элла Евгения Михайлова, пожалуйста, приглашайте и приветствуйте. Наталья Александровна Павлова, ее концертмейстер, наша выпускница Мария Тарасова. Дорогие друзья, особо, пожалуйста, поприветствуйте Зою Анатольевну Кошелькову, которая накануне детей рождения. Но сегодня она с вами, мы вас поздравляем, девочки. Святые Люди России. Мы приглашаем Валерия Борисовича Алапетерцианы, это наш новый преподаватель. А вот концертмейстер его Валентина Швецова, наша выпускница и участница всей программы, сегодня этой программы для музыкантов «Я хочу». Новый преподаватель в нашем учебном заведении, который вам представила сегодня Спиридона Воронца, это у нас многодетная семья, которая много лет с нами, и его концертмейстер, почетный работник культуры города Москвы Татьяна Кудряшова. Игорь Матвеевич Цыпин, пожалуйста, извините, проходите. Мы вас приветствуем, благодарим. Да, Игорь Матвеевич, да. Проходите, пожалуйста. Особо я хочу представить еще раз Татьяну Кудряшову, которая только что в Казани представляла наше учебное заведение на престижнейшем конкурсе духовых инструментов, где наши дети блистали, уже более взрослые. Но я сейчас не об этом. Какой она концертмейстер, вы услышали сами. У нее тоже совсем недавно был юбилей, и ей бы отмечать со своей семьей, но она сегодня с нами. Пожалуйста, пожалуйста, сюда. Я приглашаю на беседу Елену Александровну Кашуру, которая многие годы была заведующим отделением детской музыкальной школы. У нее огромный вклад, то, что вот так серьезно будет спасибо. Впервые за многие годы в наших концертах и как прозвучала гитара. Вы только послушайте фамилию знаменитую, вот эту вот династию преподавателя. Это Валентина Анатольевна Фраучи. Ровно неделю назад в огромном спортзале Московской государственной консерватории мы отвечали с огромным вдохновением и любовью юбилей 75 лет со дня рождения Александра Наумовича Нускина. И сегодня двое учеников выступали в этом концерте, поэтому, если его нет, давайте ему поаплодируем. Это замечательный мастер. Его концертмейстер, совершенно юная Анна Фаустова, она у нас работает недавно, но уже прекрасно вписалась в нашу команду. Я ее не вижу на сцене, значит, еще не вписалась. Вот, ну и, наконец, я сейчас хочу пригласить на сцену прекрасную семейную пару. Их фамилия Шаговы. Карина Шагова – это лидер этой пары, но лауреат международного конкурса Чайковского и Калининградского. Замечательный Петр Александрович Шагов. 100 лет они болели и не болели. Как бы Сатурн он проходил как победитель конкурса Чайковского. Впервые такие номинации возникли. И вообще, концертное выступление дубы – это огромная редкость. Вот сегодня мы получили такое счастье и в таком прекрасном качестве.
У нас прекрасно работает Шамиль Вагапович Неврединов, минимум заведующий отделом государственного управления. И мы рады этому прекрасному коллеге, и у нас тоже в большом количестве проявлены дети, которые обучаются на трубе, и играют, и выступают, и вы слышите как. Вообще, дорогие друзья, вот я сама пианистка, и когда я смотрю на детей, которые, понимаете, звук создают душою своею, я вообще не понимаю, как они могут это делать, начиная репетицию с 11 часов утра. Вот вы попробуйте ложечку подержать минут там 5-7 в губах. И поэтому, понимаете, когда дети играют чисто, когда дети играют не только музыкантски интересно, но они играют просто чисто, это большое наслаждение. Мы сегодня не услышали практически ни одного кикса, что довольно большая редкость для этого оркестра. Поэтому браво, дорогие коллеги, вы прекрасно выучили своих детей. Я думаю, что, к сожалению, нет сегодня на сцене еще одного выдающегося нашего преподавателя. Тоже он ведет инструмент кларнет, заслуженный артист России, профессор консерватории Евгений Александрович Петров. Но его постоянный и блистательно совершенно партнер по сцене Игорь Вильич Гайниев, один из лучших концертмейстеров Москвы. Вот он, наверное, находится здесь, по крайней мере, мы его поаплодируем. Прекрасно она сегодня прозвучала. Не так давно, но замечательно работает преподаватель Леонид Исаакович Трегер. Но он, наверное, сейчас в оркестре, потому что он еще и играет в прекрасном оркестре. Мы ему тоже поаплодируем и поблагодарим за то, что... Вы обратили, наверное, внимание, что мы не пишем лауреат, не лауреат на сцене. Это никого не касается. Ну так, на всякий случай скажу, что практически все дети, которые играли во втором отделении, в первом маленькие, они только вот делают первые шаги. Они все лауреаты престижнейших конкурсов, ну и среди них, конечно, самые престижные получала такая у нас габаистка, как Маша Павленко, которую мы приглашаем, вот она в оркестре сидит на эту сцену, вот потому что она учится у прекрасной Ольги Владимировны Томиловой, класса доцента Московской консерватории, заслуженной артистки Российской Федерации. И мы тоже поаплодируем Ольге Владимировне Томиловой, потому что результаты наши конкурсы. Мы наконец еще раз браво артисту. Я скажу вам, что здесь, конечно, присутствуют несколько ребят, которые учатся у нас в колледже. Они поддержали это выступление, и их поддержка была явная, замечательная. Поэтому браво оркестру, больших всем творческих успехов. И мы надеемся, что Московский государственный колледж Шопена не оскудеет талантами никогда, потому что детская музыкальная школа бьет мощным, а как активным, талантливым источником. И если бы не вы, родители, этого источника просто бы не было. Поэтому я вас от всех нас, стоящих на сцене, еще раз благодарю. Мы вас поздравляем с новым учебным годом. Мы говорим, что учиться у нас нелегко, но очень интересно. Давайте вместе будем создавать отечественное наше исполнительское искусство. С наступающим Новым годом! В конце программы есть еще большая часть наших концертов. Приходите. Я думаю, у вас будет всегда настроение радости и очень большого счастья, потому что ваши дети заслуживают аплодисментов. Давайте аплодисменты. Мы завершили сегодняшний день.